Я, в принципе, хотел, если можно, сначала прокомментировать звонок, потому что действительно Туханова – это проблема, и Госсовет – это проблема для всех, кто хочет реформ. А реформы – это не просто реформы ради реформы, реформы ради честной жизни, ради открытой, да, правил игры. По европейским стандартам. Вот, конечно, и нету памятника Дня Небесной, сотни в Одессе, и не признана Россия агрессором. И очень важно, что Труханов, он, понимаете, он как между струйками дождя. Он, ему невыгодно показывать себя патриотом. Ему невыгодно это политически, потому что люди, которые настроены антиукраински, это его фактически базовый электорат. Ему антипатриотом, он себя показать не может тоже, если бы хотел, потому что, ну, понятно, что политическая ситуация ему не позволяет такой роскоши, да. Хотя вот, допустим, если бы, я не говорю, что желательно, случайно Труханов попал в плен ДНР, и им бы нечего было ему предъявить, что он сделал плохого для сепаратистов, для Путина. Он дал 100 гривен на АТО. Да, один раз он дал на АТО 100 гривен, пришел на Евромайдан, и то у него как бы, ну, выпросили, там, шутку выклинчили. Он сказал, 100 гривен, да, вот это его, он ничего не сделал, он себя не запятнал перед Путиным, понимаете, он не сжег мосты, он может стать новым Аксеновым, теоретически, не дай бог, если такой сценарий, но он не потерял эту возможность. Понимаете, вот как он себя ведет. Поэтому, конечно, он, было сказано, что он не может являться патриотом. Я не знаю, он не является патриотом. Это вот факт. Я не хочу, конечно, тут тоже повторять то, что я говорил, то, что было уже озвучено. Но он не патриот. И, конечно, и человек, который не хочет реформ европейских. Это абсолютно ясно. И, конечно, большинство горсовета, в общем, такие же. И такой горсовет будет тормозить любые позитивные инициативы. Спасибо.